Друзья, при выборе ниши есть два основных подхода. Первый – это идти от рынка. Какая боль людей, за что они платят, объемы рынка – это то, о чем рассказывает Сергей. И второй подход – это идти от того, кто ты и к чему у тебя есть предрасположенность. Я дам три инструмента, как вот идти от себя и понимать, где у тебя больше потенциал и где ты сможешь работать максимально усиленно, иметь наилучшие результаты и получать удовольствие. Первый инструмент называется икигай. Икигай. Он состоит из четырех кругов. Первый круг – это то, что ты умеешь делать. Это то, в чем ты специалист, это то, на что ты учился. Второй круг – это то, в чем у тебя есть любовь, то, что тебе нравится. И часто эти круги совершенно разные. То есть мы шли учиться на бухгалтера, но любим мы петь, к примеру. Третий круг – это круг то, что нужно людям, за что они готовы платить, за то, что у них болит. И четвертый круг – это круг, за что тебе уже платят. Получается, один – это то, что ты умеешь делать, на то, что ты учился, в чем ты специалист. Не факт, что ты на этом зарабатываешь деньги, ты, может быть, ушел из этого рынка. Это то, что ты любишь, от чего ты кайфуешь, и то, что нужно людям. И вот на пересечении всех этих кругов вырисовывается икигай. Соответственно, и ваша задача сделать такой аудит того, что вы умеете, за то, что вам сейчас платят, за то, что люди потенциально могли бы платить, и за то, что вы любите. И получается, что если вы любите петь, вы кайфуете от этого, а есть, к примеру, курсы по пению, то вы можете сочетать это. И вот на пересечении всех этих кругов можно искать либо прибыльные ниши и идти на сделку с совестью, с тем, что вы, может быть, будете зарабатывать много, но не любите это. Но тогда вопрос к вам, насколько долго это сможет продлиться. Соответственно, и мы рекомендуем искать именно на пересечении этого всего и то, что нужно людям, и на том, что вы уже умеете зарабатывать, значит, что люди уже это ценят, и то, что вы любите. Подробнее пришлем инструкцию, эти кружочки и что они значат, чтобы видео не останавливаться. Идем дальше, и следующий инструмент, он очень простой, кажется, на самом деле в нем большая глубина, и лучше не спеша потратить час времени на то, чтобы его сделать. Выберите, напишите прямо на листочек, топ-20 занятий, от которых вы кайфуете. К примеру, я кайфую от того, что ем мороженое. Я кайфую от того, когда я читаю детям сказки. Я кайфую от того, когда я пишу сказки. Я люблю спать. И когда у вас появится вот 20 таких занятий, вы их еще и ранжируете по тому, от чего у вас больше кайф. И следующее, что нужно сделать, это конвертировать занятия в деятельность. Деятельность, чем отличается от занятия, в том, что от деятельности есть польза другим людям. К примеру, вы любите есть мороженое, а как сделать так, чтобы из вашего занятия родилась деятельность? Вы можете стать тестировщиком мороженого, либо вы можете начать делать рейтинги мороженого и делать прям СМИ, и описывать мороженое, где лучшее мороженое, как его производят, сорта, и вы будете близко к этому. Или если вы любите спать, вы можете быть тестировщиком матрасов, либо производить лучшие матрасы, либо делать обзор уже этих матрасов. Опять же, это инструмент понимания себя и того, где вам будет по кайфу, и как совместить вот все же подход, чтобы вы не просто работали ради денег, а чтобы вы кайфовали и зарабатывали деньги. И вот этот инструмент аудита того, от чего вы кайфуете, и как это конвертнуть на пользу людям, чтобы они платили вам, посидите, помедитируйте над этим. И это не так просто, как кажется на слух, поэтому у меня это лично заняло часа два, и время от времени я возвращаюсь к этому списку, такой фундамент понимания себя и куда двигаться даже внутри существующего бизнеса, когда ты выбираешь ниши под ниши. И третий инструмент – это инструмент обратной связи. У вас есть у всех друзья, знакомые, коллеги, и они вас знают лучше, чем вы сами, в тех вещах, в которых вы лучше проявляете. Потому что если у вас есть талант, то для вас кажется, что это норма. Если я очень хорошо говорю, то это для меня кажется нормой, вроде как все. Если я красиво рисую, то кажется, что все это делают. Если у меня дар обольщения людей, и я хорошо людей чувствую, то мне кажется, значит, все так умеют делать. На самом деле это не так. И чтобы понять вот такой срез, в чем я круче других, нужно сделать простое действие. Напишите своим друзьям в Фейсбуке личными сообщениями, сделайте пост в своей соцсети, где у вас больше всего друзей, и скажите: друзья, расскажите мне, чем я отличаюсь от других людей, чем я лучше, чем 90% других людей. Таким образом, вы поймете, в чем ваши сильные стороны, что у вас уже хорошо проявлено, и что вы можете дальше развивать. Итак,
Пойдите к друзьям, поговорите в личной беседе, сделайте пост для всего, чтобы понять, с чем вы ассоциируетесь, что вы лучше всего делаете, что люди ценят в вас больше всего. Это поможет вам понять, что дальше вы можете развивать, чтобы стать сильнее не чем 90% людей, а чем 99% людей. Теперь вы знаете про рыночную составляющую выбора ниши и про то, как самоопределиться, где у вас больший потенциал и где вы сможете работать дольше. Потому что одна из проблем – это когда человек идет за деньгами, за рыночной нишей, его хватает на 2, 3, максимум 4 года, а потом он начинает искать самореализацию, он начинает искать то, к чему его душа стремится, то, что является его предназначением и жизненной миссией. Поэтому наша вам рекомендация – не идите за деньгами, а сразу ищите на пересечении вот этот икигай, то, где у вас будет и кайф, и деньги. И один из наших важных лозунгов – это «знать и не делать, значит не знать». Сейчас мы вам дали инструментарий по тому, как определиться, и вам нужно инвестировать в общей сложности часа два кропотливой работы. Наша задача в интенсиве – все же мы движемся быстро. В годовой программе следующий модуль, по сути, и посвящен нише, когда мы будем в мини-группах получать обратную связь, когда мы с Сергеем будем делать разборы в прямом эфире, когда мы будем постепенно расковыривать, обсуждать ниши и возможности под нишей и про то, как, то есть, если даже вы выберете, к примеру, быть человеком, который тестирует матрасы или делает обзоры по матрасам и курсы по тому, как сделать ваше место для спания лучше, как вообще там экспертом по сну, если вы решите стать, то дальше нужно решать экспертом по сну женщин или мужчин и то, как это доносить рынку. Соответственно, и вот в выборе ниши и формировании вот этих уникальных торговых преимуществ. И основная фишка вот в том, чтобы знать и не делать. Мы в основном модуле, то есть сейчас мы вам дали информацию, как это делать, а в годовой программе мы 2 недели будем посвящать тому, чтобы мы рефлексировали, анализировали, делали упражнения, нишевались, субнишевались и формировали вот это уникальное торговое преимущество, которое нужно людям, и говорили на языке выгод и боли. Все, вперед, выбора ниши.